Специалисты Департамента культуры и культурного наследия подвели первые итоги конкурса «Селфи». Были выбраны две лучшие фотографии, которые участники нового интерактивного проекта «Прогулки по городу» сделали во время экскурсии по Иванову. Победители выбирали по количеству лайков, оставленных под фото в официальной группе проекта «Прогулки по городу». Голосование было остановлено в полночь 1 сентября. Лучшими стали фотографии учениц 18-й школы Боровковой Анастасии, Тимофеевой Юлии, а также учениц лицея номер 22 Сиднева Юлии и Шилиной Алины. Победительницы получили в подарок книги, абонементы в музей, театры и свое фото на память. Как только, соответственно, голосование у нас было прекращено, были сделаны принтскрины с каждой фотографии, то есть, чтобы знать на 12, сколько у нас голосов, кого было. Затем были из тех голосов, которые получены, вычитаны рекламные странички, фейковые странички, чтобы максимально это все справедливо получилось. И по итогам голосования у нас оказались впереди две школы, это 22-я и 18-я.